Добрый день, друзья! Сегодня у меня для вас рецепт без заморочек на все случаи жизни. Очень простой и вкусный пирог, который готовится в два счета. Для приготовления нам понадобится яйца, мука, кефир, сахар, изюм, сливочное масло, разрыхлитель, ванилин. В отдельной миске смешиваем яйца, сахар. Взбиваем миксером буквально одну минуту. Добавляем теплый кефир. Постепенно вводим муку. Добавляем разрыхлитель, ваниль, изюм. Все тщательно перемешиваем. Вот тесто и готово. Его не надо ни раскатывать, ни отправлять в холодильник. Выливаем смазанную маслом форму и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов, примерно на 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Пирог получается нежным, пышным и очень вкусным. Чем-то мне напоминает кулич, только более влажный по структуре. Такой пирог на кефире прекрасно дополнит праздничный стол. И никакой грязной посуды и лишней возни. Просто, быстро и доступно. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем приятного аппетита!